любая война должна кончиться. И мы все должны выполнить свой воинский долг и знать, что когда мы вернемся домой, все будет хорошо. Меня ждет моя невеста. Я знаю, что мы обязательно с ней поженимся, ведь она ждет меня. И у нас родятся дети. Я уже знаю, как их назову. У меня будет девочка и мальчик. Девочку я обязательно назову Лидия, а имя сына еще не придумал. Возможно, будет мать. Себастьян, я знаю, что я буду обязательно любить его и своих детей, и свою жену, но все с вами будет хорошо. Лишь бы скорее кончилось.